В марте месяце Хабиров поздравлял наших медиков-добровольцев в Донецке, говоря о том, что это люди большого мужества и настоящий пример для всего нашего общества. Однако наши врачи – это еще и пример того, насколько наплевать нашим властям на собственное население. Вот детское отделение инфекционной больницы в Нефтекамске. Мне кажется, пишите в комментариях, может быть, это тоже сделали бандеровцы. А это детское хирургическое отделение первой городской больницы и гинекологическое отделение во второй поликлинике Стерлитамака. Надеюсь, уже каждому скоро будет понятно, что под видом всей силы на войну они маскируют на самом деле свое халуйство, свою коррупцию и свое бессилие откровенное.